Ой, ну наконец-то, спустя столько времени я наконец-то переехал в новый дом. Так, хорошо, хорошо, в первую очередь надо с соседями познакомиться. Так, кто у меня тут живет? Ух, ни хрена себе, олигархи какие-то напротив. Так, это что за мелкий? Ребенок, вот семья какая-то с ребенком живет. Так, прикольно, прикольно. Где его родители? Побежал мелкий домой. О, прыгает. Хорошо, хорошо. Я туда точно пойду с его родителями, познакомлюсь. Прикольный, малый прикольный, хорошо. Ладно, надо сначала вещи разобрать. Вещи вот тут разобрать, а потом пойду прогуляюсь по новому райончику. Так, все, пойду познакомлюсь с его родителями. Так, надеюсь, уж они дома. Как сюда забраться? Алло, открывайте! Открывайте! Майк, привет! А как тебя зовут? А, ты еще не умеешь разговаривать, да? Да. Родители дома, родители? Мама дома, мама. Бу-бу-бу-бу-кака. Не бу-бу-бу-кака, мама, папа, мама. Бу-бу-кака. Так, у меня ничего нет, чтобы тебе подарить. Что я могу тебе дать? Лайки, любишь? Лайки. Да, как обрадовался. А, то есть много лайков любишь, да? Вот, ребята, ставьте лайки, чтобы мальчик был рад. Да, мальчик, угу. Хорошо. Ну я тогда приду, когда родители дома будут, да? Бу-бу-бу-бу-бу. Хорошо, давай, мальчик, иди. Так, хорошо. Надеюсь, сейчас уже его родители дома. А тот мелкий дома сам оставили его родители. Вообще безответственные какие-то. Так. Алло! Нет. Чё, даже малого дома уже нету? А, они гулять, походу, пошли. Ладно, хорошо, никого дома нету, похоже. Хорошо. Пойду я домой, потом приду. Так, машина. Чё за машина где-то едет? Опа! О, родители вернулись, походу. Так. Да! Ты чё? В смысле, это сейчас малый приехал на машине домой? Чё? Так, в этом надо разобраться. Иди сюда, мелкий. А ну, открывай. Гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу-гу. Я сейчас тебе в жопу засуну твою угугу. Какие угугу? Я видел, как ты на машине сюда приехал. Какие угугу? Ты меня вообще за дебила держишь, да? Гу-гу-гу. Я сейчас тебе дам угугу. А ну, где мой ремень? Где мой ремень? Иди сюда, мелкий паскудник. Иди сюда. Стой. Чё? Успокойся. Я ребенок, я умею разговаривать. Ты присядь, водички принеси. Да, водички надо, да, водички. Ну сейчас домой зайдем, дам тебе водички. Так вот, звонок тогда тоже. Так вот. Так, я тебе это все рассказываю, и ты никому не должен это все говорить. Да, я просто обычный ребенок. Какой обычный ребенок, который голос грубее, чем у меня? Какой обычный ребенок? Ты понимаешь, просто, ну так получилось. Мы научились рожаться без помощи родителей, да. Без помощи взрослых. Мы им помогаем. Вот. Я сразу родился взрослым, такой вхожу туда-сюда, выполняю задания всякие, спасаю мир. То есть ты взрослый в теле ребенка, да? Ну, можно и так сказать, да. Охренеть просто. Что-то вообще как-то странно. А как ты вообще тогда родился? Ну, это вообще очень долгая история. Я работаю в одной корпорации, называется Baby Corp. И мы там спасаем как бы взрослых, помогаем им, вот. И я свыше меня запустили. А, свыше. Вот. Ну, то есть задание вас, вот этих мелких детей, да, спасти мир или там помочь взрослым? Ну да, взрослым. Вот таких вот, как ты, вот взрослым там, да. А, то есть меня спасать надо, да? Ну да, да. А в чем спасать? Ну, помогай, спасай, чтобы ты не утруждался, чтобы дети просто так появлялись. Не, понятно. Да чтобы не платили там им за детский садик, за школу, ну, да, не покупали хавчик 18 лет. А, то есть вы рождаетесь сразу на работу, да? Ну да, пойдём домой. К чему прогресс дошел? О, ну пошли. А где твои родители? Родителей нет. А нет у тебя родителей. Без родителей родился. Первый раз такое вижу. Ты нормально. Охренеть! А где ты вообще работаешь? Что это за дом? Это твой дом, да? Я же говорю, да, работаю в корпорации Baby. Вот, и там мы спасаем взрослых, да.
Офигеть. Вот. Ты можешь как бы брать там, что хочешь поесть, чайка, можешь себе, ну, хочешь чайка. Пироженка хочу. Эй, да, хочу чайка. Перезарядка! Чего? Да я просто, понимаете, инстинкты детские остались, чуть не это, не уснул прям на столе. Чайка, не хотите, выпейте там. Да хочу чайка, я возьму, хорошо? Чаёчка, да. Ааа, прикольничок. Так, я посмотрю. Вы долго не задержитесь, да? Вы там скоро... Так, мне просто интересно, я посмотрю, что у тебя тут такое. А это что такое? Это куда? Да, это вот рабочая зона. То есть мы там как бы взрослых спасаем. Ну, это секретно. Секретная информация. Секретная корпорация. Хорошо. Что делать? Телевизор, пианино. Ты умеешь на пианино играть? Ну да, умею, но я сейчас не буду, как бы устал я немножко, да. Сейчас не буду, да. Перезарядку опять нужно будет делать, да. Какую перезарядку? Да перезарядку. А памперсы менять, наверное, да, перезарядку? Ну, типа, перезарядка! Говорю же, перезарядку надо делать. Так, я попадаю, это кто такие? Да. Ну, это, я же говорю, мы помогаем взрослым, вот тут всякие девочки. Вот, я их приютил, они тут сидят, как бы купаются, может тоже покупаться. В смысле приютил? Тебе сколько вообще годиков? Сколько тебе? 4. 4 годика, тут бабенцы по 20 лет, какие дивули. Да, ну и что, ну они как бы понимаешь, что они без работы остались, стояли там на дороге, такие, помогите, я думаю, помогу, вот. Карты, детское шампанское, вы тут развлекаетесь, вот какое у тебя задание, развлекаться, да? Да не развлекаться, я спасаю девочек, ну вам не жалко девочек, они стоят на дороге. Такие, ну... туда-сюда, там, вот. А, и они вот тут в бассейне, да, плавают, то есть у них дома бассейна нету, вы им там предложили покупаться вместе, а? Ну, да нет, они сами купаются, вы же видите, тут один купается. То есть это все в хороших целях, да, в благих намерениях? Да, помогаю взрослым, говорю же, да. Прикольно. Вот это да, вот девочкам бассейн предоставить. Хорошо, мальчик, ты вообще прям умный. А как тебя зовут, мальчик? Меня зовут Босс Молокосос, меня называй. Что за странный? Это там сверху, да, вам имя такое? Да, мне сверху дали, Босс Молокосос. А какая у тебя должность, Босс Молокосос? Босс. Да. И молокосос. Так вот, в общем, мне нужно работать, вы можете уходить. А, ну я ухожу. Хорошо. Я пойду. Давай, да. Удачи, мелкий. Спасибо за чай, спасибо. Да. Так, этот мелкий зараза думает, что я вообще тупой, да? То есть я не понимаю то, что... Какое вообще задание? Какие спасти родителей? Какие спасти взрослых? Чё-то он меня вообще за дурака держит. Так, надо выяснить, кто он на самом деле, чё он от меня скрывает. Хорошо. Я еще раз к нему в гости пойду. Мелкий. Хорошо. Сейчас я приду. А ну признавайся, давай, отвечай за все свои слова. Чё ты не хочешь мне отвечать, ах ты ж тупой. Я тебе всем выскажу. Что там? А ну открывай давай, мелкий, ты дома? Да, иди сюда. Какие гу... Чё это там было? На кого ты орал? И на кого? В смысле? А чё у тебя на втором этаже там? Ты ничего, вот машины заводил просто. Жим. Машины, смотри, хочешь, можешь покататься там на Феррари, там на какой-то этой желтой штуке. Не, подожди, мне интересно, что там у тебя наверху. Ты побудь там, побудь. Да, подожди. Чё, подожди? Ладно. Вот смотри, вот тут спальня, вот у меня тут есть как подожди. Бы вот, ноутбуки, можно, вот иди сюда. Иди. Вот, ну ты подойди, смотри, ну. Вот такой садишься. Да, конечно, все прикольно, кресло прикольное. Да. Так, хорошо, я сейчас все проверю, ты на кого-то орал, я точно слышал. Так, хорошо. Никого не наорал, вот в бильярд еще можно стол. Перезарядка! Какой-то со своей перезарядкой. Так, слышь, малый, а тебе памперсы менять не нужно случайно, ну там, я не знаю. Ой, нет, не напоминай, тупые какашки, тупые детские причуды. Сейчас, я вернусь, ты подожди. Давай, я тут буду, не волнуйся. Да, тупые какашки. Ой. Ну что там, малой, все, накакался? Накакался, я накакался, да. Так, что я еще не проверил, что у тебя тут есть? Да, тут ничего нету, вообще ничего. Вот, рисуешь, да? Вот, смотри, да, туалет, тут всякие зубные щеточки, там мы. А почему их три? Ну, я меняю их каждый день. Вот у меня три щеточки на 3 дня вперед. Охренеть, просто хорошо. Так, кабинет.
Это мой личный кабинет, как бы ключ я потерял, он... А, малый, не волнуйся, я вот нашел, он у тебя в шкафу лежал. Да, я его нашел, он там в шкафу у тебя лежал, типа... Чё это за трупак? Подожди, я же говорил, водички сейчас принесу. Да какой водички? Кто это? Это не трупак, это мой испытуй. Какой спит? Я опять ремень достану и полицию вызову. Подожди. Ну. Понимаешь, как бы не все люди, не все взрослые за то, что мы делаем. То есть некоторые против того, что мы не хотим, чтобы дети рождались естественным путем. То есть я помогаю взрослым, а он не хочет, чтобы я им помогал. Вот поэтому я его и пытаю. А почему он не хочет, а? Да я не знаю, вы сумасшедший какой-то. Напал на меня, я его запер, то теперь вот пинаю. Да, сволочь, да. А это допрос, да, почему, типа, вот да, такие допрос. Сопротивления, да? Против. А ну хорошо, в принципе, мало, это вообще правильно. Чмырдяй поганый. То есть вот вы мелкие хотите упростить жизнь взрослым, да, чтобы взрослые не платили, чтобы вы сразу заработали. Да, а он против. Он против, да? Он против. Ага. Да, он против. Дебил. Ну, правильно, плюти. Так, да, хорошо, вот хорошо. Надо, с тобой разберусь. Да, ну, мелкий, вот честно, я бы по спине тебя похлопал. Похлопал, боюсь сломать. Ты вообще правильный мелкий. Правильный. Да, ну, хорошо, хорошо. Я правильный ребенок, да, ну, я все понял, хорошо. Я пошел, мелкий. Давай, удачи тебе там. Да, чайку не выпейте. Не, мелкий. В следующий раз. Давай, босс. Да, пока. До свидания. Всё, малые держат меня за дурака. Ага, вот я нашел карточку от подвала. И сейчас я увижу, какой у него там секрет. Что он там с детьми сделает или что он там мне говорил. Так, где подвал? А, вот подвал. Так, сюда. Ага, сейчас я все выясню. Так, дверь. Итак, малыши, наконец-то настал тот день, когда мы можем уничтожить всех взрослых. И начнем мы, пожалуй, с нашего соседа, который нас уже... задолбал. Какого соседа? Как ты сюда попал? Чё у вас тут за армия детей? А ну рассказывай, что вы планируете на самом деле? Ты думал, что я действительно хочу помогать взрослым? Вы, взрослые, не нужны нам. Малыши захватят весь мир. Вы, тупые взрослые, думаете, что мы будем помогать вам? Взрослым вы нам не нужны. Мы намного умнее, сильнее, чем вы. И вы нам не нужны, мы вас всех уничтожим. Дети тупые. Так, где мой ремень? А ну иди сюда, зараза. Ты думаешь, что... Иди сюда. Ты мелкий, думаешь, ты что-то как из... Что ты сделал? Нет.